время. Оно пролетает незаметно. Как и новые места, события, чувства, люди, работы, ночлеги. Все это проносится подле очей, оставляя только след тени в памяти. На данный момент меня пленит дорога, и я доверяю ей. Используя камеру, удается зафиксировать время и само событие. Благодаря данной записи появляется чувство глубины временного отрезка и осознание того, как далеко я от него ушел. С превеликим стыдом и радостью пересматриваю мои старые обзоры, бытие, гиды по поездкам и первые впечатления. Как же приятно чувствовать, что прожитый момент вновь способен передать те давно ушедшие чувства. Это волшебно. Каждый снимаемый мною кадр помещает увиденное объективом в некий сосуд, наподобие RAW-файла, из которого я могу достать тот самый восторг, грусть, злобу, волнение, боль, разочарование, надежду и радость. Но одно я упускаю точно – свои чувства во время съемки видео. Перестаю что-либо воспринимать подле меня и становлюсь буквально свадебным фотографом. Это, возможно, моя эпитемия. Я теряюсь в своих кадрах. Нет четкого понимания временного отрезка, словно телепорт отправляет мой разум прочь от тела. А в совокупности с моей отвратительной памятью, камера является единственным надежным и почти объективным источником воспоминаний, без которого теперь мне не хочется продолжать продвигаться вперед. Где я? Зачем тут нахожусь? И что делаю? Я забываю ответы на эти вопросы. После нажатия на REC время теряется, пропадает. Я не утрирую. Мысли не со мной, а в монтажной программе где-то в далеком будущем. Осязание временного течения улетучивается. Флаг моей памяти каждый раз во время съемки становится жертвой нескольких гаубиц. Из-за этого решета появляются провалы в памяти и восприятии последствий. Но мне это чертовски нравится. Используя свою легилименцию и поговорив о времени и о воспоминаниях, ты уже, наверное, понял, что следующим шагом будет рассказ о часах. Интересно, почему же я не удивлен? Надеюсь, что, всмотревшись в ранее представленные кадры, ты понял, что мне не нужны наручные часы, словно ты из сериала «Металлисты», блять, я забыл это сказать. Сполна хватает этой прелести. Но вот как только оседаю на одном месте, многое меняется. Отслеживание рождения животных. Сколько времени осталось до выпечки хлеба, во сколько сдавать автомобиль на покраску, начало отлива и в других бытовых ситуациях. Кратко, отсутствует гармония. Сейчас должна была быть вставка про плюсы и минусы данных часов, но она мне показалась еще более отвратительной, чем само видео, так что вырезал.
Писать об этих часах было неинтересно. Куда приятнее тратить время на иное. Иное. Il faut pas caler, il faut rouler. Ты смотри, ведь наеду. Путешествие, Никита, с ним охотится. Сволочь ты, едешь сам, да?